В Дагестане сердечно-сосудистые заболевания почти у 250 тысяч жителей региона. При этом почти у половины из них выявлена артериальная гипертония. Это одно из самых распространенных заболеваний системы кровообращения. Оно также выступает фактором развития ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности, геморрагического и ишемического инсульта. Как сохранить сердце здоровым, об этом рассказали кардиологи Республиканской клинической больницы имени Вишневского. В Дагестане, как и по всей стране, проходит неделя бережного отношения к сердцу. Причинами, которые вызывают сердечно-сосудистые заболевания, являются это стрессы, это избыточная масса тела, это лишний холестерин в организме, это злоупотребление солью, жирной, жареной пищей, это курение, это низкая физическая активность, есть наследственная предрасположенность. Регулярное профилактическое обследование поможет людям из группы риска вовремя обнаружить проблемы с сердцем и не откладывать лечение. Врачи напоминают, никогда не поздно начать вести здоровый образ жизни, ведь даже небольшие позитивные изменения на постоянной основе помогут замедлить преждевременное старение сердца и сосудов.